Ну, странное такое явление, может быть, для человека, который сам был спортсменом и теперь тренирует любителей, да, а своих вроде нет. Но мое личное мнение, что вот детей пихать в спорт контрпродуктивно, потому что они, во-первых, будут, когда они внутренне сопротивляются, не совсем хорошо, да, а вот если их так в игровом виде, ну вот младший у меня, мы вводим его на футбол, ему 7 лет, первый класс, и помимо этого просто, если есть возможность, я с ним выхожу побегать. Мне также старшему сыну 7 лет, тоже первый класс. Да, ну вот... Пытаюсь то-то, то попробовать все, пока не нашел себя. Да, и это вот, ну я вот, например, во втором классе ходил в плавание сам, в третьем волейбол, в четвертом пришел в легкую атлетику и остался до 40. Да, столько рекордов. Да, и сейчас еще вовлечен, в принципе, да. Так что это вот, если такое случится с ребенком...